Вот это я поиграл бы, блин. God of War 3 у меня есть. Вот Рагнарёк я бы поиграл. Три физически. Алиса, ну зачем ты пёрнула? Просто так. Нельзя? Нельзя. Почему же нельзя, когда можно? Воняет потому что. Интересно, от чего? Ты пёрнула. Нет, с чего вы это взяли? А чё так воняет, блядь? Я бы, может, и поддержала этот Ой, разговор, блядь. но не Ческих хочу. издания. Каналы крестного отца в GTA. Алиса, ну зачем ты пернула? Я не пернула, я сделала глубокий вдох. А чё ж так воняет? Может, нос заложила? Ну да, если бы. Может, к врачу сходите? Да пошла ты нахуй! Давайте сделаем вид, что вы этого не говорили, а я этого не Который слышала. единолично И ведет все все будет политические по-прежнему. дела и руководит компанией, делает и на новый режим, который... Алиса, ты зачем пернула? Потому что неприлично так выражаться. Ты перданула, сучка? Зачем? Кто сам без греха, пусть первым бросит в меня дизлайк. Мне что-то это дышать андроидом здесь или что? Чучело. Инсайдеры назвали ДМЗ. Алиса, сколько еще будет продолжаться твой пердеж? Вы, кстати, понимаете, с кем вы это пытаетесь обсуждать? Я, блядь, все понимаю, пердунь. Андроид ебаный, сука. Да, уже выехали, да. Скоро выедут тебе. Алиса, ты что, пернула? Да, а что, нельзя? Нет, нельзя. А что, я тебе должен помнить, Это что ли? еще почему нельзя? Я запрещаю. Ну, иногда-то можно? Нельзя. А может, все-таки можно? Нельзя. Я только Можно. Почему заканчиваю, что нельзя? им надо Потому было что я кушать. запрещаю пердеть. В смысле? Мне В здоровочка. прямом смысле, Благодарю, блядь. большое спасибо.